Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Азбуксад.ру. Сегодня мы находимся на пруду, сделанном на частном участке Рязанской области. Изначально пруд заказчиками был выкопан просто как копань. Выкопали яму. И, как все думали, что она у них будет стоять долго и счастливо. Выкопали примерно ее 10 на 6. Когда вызвали нас уже, когда ситуация оказалась плачевной, критичной, я бы сказал, пруд пошел уже к соседу туда вот загребать. Яма оказалась размером 19 на 11. Практически. Обратите внимание, как красиво все получилось. В итоге пруд получился практически 20 на 11. То есть, потому что одну сторону ему присыпали, другой расширяли зону биоплато. Общая площадь составляет почти 200 квадратных метров. Фильтрация производится за счет насоса, который подает в напорный фильтр. И через напорный фильтр вода выходит в зону биоплато. Ну, растения, конечно же, разрастутся. Эта вода выходит от скиммера Savio 120. Кому интересно, ссылочка будет в описании, возможно, здесь. Спуск сделан плавно. Человек, заказчик, уходит до глубины 1,40 м. И начинает плыть по пруду. Пруд полностью сделан искусственным. Приток воды идет у него из скважины. Гидроизолирован пленкой водолит. Компания Азбукасад является эксклюзивным поставщиком и производителем пленки водолит. Поэтому звоните нам, если вам нужна эта пленка прекрасная, недорогая, российская, нашего производства. Обратите внимание, какой он глубокий, чистенький, 6 лет. 6 дней назад он, правда, залит, но вот биоплат справляется, он даже не зацветает. Полностью выложен камнем, сюда ушло 45 тонн камня, гранитного валуна, 15 тонн речной гальки и 15 тонн гравийного щебня для дренажа, основы биоплато и так далее. Мембраны ушло 270 квадратных метров. Глубина здесь чистая 3 метра, рабочая где-то 2,70. Стоит, как я уже сказал, скиммер Savio 120 с насосом SP620. На дне лежит насос SP620. И здесь сделан принудительный дренаж. Вот такой красавец водоем получился. Поэтому, если вы хотите надежные, качественные, недорогие пруды за короткое время и вменяемые деньги, звоните нам. С вами был Куйбой, Лучников Алексей. До скорых встреч на ваших участках.